Всем привет! Небольшой обзор колодок Мэйли серии Platinum Edition. Это улучшенное качество, как они заявляют. Решил керамику пока не нашел, недорогую, АТЕ не хочет собрать. $60 стоит АТЕ керамика. Колодки, в принципе, в интернете хвалят. Вот что здесь есть по коду. Это Германия. Вот. Все стандарты качества есть. Вот этот штрих-код пробивается как США. Закрашенные листики. Это типа хорошо. Меди нет. Произведены колодки в Китае, потому что завод стоит в Китае. Вот. Ну так с виду колодочки мне понравились. Очень качественно покрашены, очень качественно пластины вот эти лежат, маркировка вот, к сожалению, коэффициента на них не написано, но я знаю, что он идет ЖЖ, на других колодках был, вот, краска в принципе на всей колодке лежит и потом их вот обтачивают, единственное, что очень мало. Ну, меньше мяса, чем в других колодках. Здесь вот должно быть до конца. Вот. Я вот здесь потер какую-то колодку. Вон пыль видна. В принципе, они неплохо так по материалу. Сильно не воняют. Ну, пахнут так вот производством. Не воняют, я бы даже сказал. Вообще не воняют. Посмотрим, как попробуем. Пока керамику не найду, поезжу на этих. Цена колодок $17.50. Вообще ни о чем. Если брать, допустим, галфер, это $25. И АТЕ 30, наверное, или 32. Ну, разница небольшая, но вот хочу попробовать платину. Это назад колодки, задняя ось. BMW 330D, это такие маленькие. Ну, диски там 325-е. Вся поверхность работает. Однопоршневой суд. В принципе, на этом обзор завершаю. Так, небольшой просто. В интернете мало очень информации, мало фотографий, мало по этим колодкам. Они... Диски вот их хвалят, что они не ржавеют. Их там в солевой ванне испытывали, именно платину. Но цена диска приближается к стоимости АТЕ, поэтому покупать их большого желания нету. Вот. Ну, на этом все. Я распаковал одну, здесь тоже ничего нету по коэффициенту. Только CD платину. Я брал простые мейли кому-то. В принципе, доволен. Товарищ доволен. По-моему, на Citroen C8. Да, по-моему, Citroen C8. И тоже они мне понравились. Довольно качественно сделаны. Я брал еще как-то Bosch. Индийский был. Или... Да, вот этот мне не понравился. Краска здесь плохо лежала. И Tickstar тоже какой-то был. Тоже, скорее всего, какая-то подделка. Ну ладно, посмотрим, как будет ходить. Просто небольшой обзорчик, кому интересно было.